Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем праздновать Хэллоуин, хоть он и вчера прошел уже. Короче говоря, продолжаем играть в Angry Birds Seasons и играть в хэллоуинские эпизоды. И сегодня я немножко в другом образе. Я сходил в магазин и купил себе вот такую маску. И буду с ней записывать сегодня. В прошлый раз я был темным Максимадзе, сегодня Максимадзе вот такой маски. Собственно говоря, я, кстати говоря, ошибся, когда сказал, что Angry Birds Season 4 хэллоуинских эпизода. Оказывается, эпизод Hammer Things тоже посвящен Хэллоуину. И там его тоже придется пройти. Ну а сегодняшний эпизод у нас, как вы уже, наверное, по музыке поняли, если вы знаете, Haunted Hogs. Он у нас из двух частей. Какой установлен? Я ничего не устанавливал, бля. Тут есть, помимо одного золотого яйца, еще вот эти бонусные уровни, которые мы тоже с вами посмотрим. Поехали, начинаем. Место действия — какой-то страшный дом со страшными звуками. И здесь у нас вот такие вот странные свиньи присутствуют. С такими вот странными головами. Блин, я хочу в эту фигню попасть. Что-то игра пока подлагивает. Да что ж такое, а? Я залететь не могу в эту. Во, хорош. Другое дело. Во, замечательное начало. Портреты еще и моргают. Какие-то странные свинки там. Но самыми любимыми хэллоуинскими эпизодами, конечно, для меня являются первые два. Самым любимым первый, пожалуй, Трик-Ор-Трит. Ну и второй тоже хорош. Но вот следующий мне нравится немного меньше. В них хэллоуинская атмосфера какая-то уже немножко угасает. Но тем не менее разнообразие какое-то присутствует. Вот это, я вот это вот не понимаю, что это глаз или это губы. Вот это вот я что-то не понимаю. Закрытый глаз или губы? Так, еще раз. Такие вот блоки, это пух, видимо, который при этом держит конструкции, но при этом мы можем пролетать через них. Еще появились вот такие вот странные свинки, мумии какие-то. И причем их тоже надо обязательно убивать, но с них почему-то не зеленые. Не зелеными цифрами 5000, а такими вот зеленовато-болотными помечаются. Но они тоже обязательны для уничтожения. Свин, который косит под летучую мышь. Присутствуют тыквы из предыдущих хэллоуинских эпизодов. Вот, пожалуйста, еще. Так, этот что-то две башки налепил. Не. Ну, вернее, как башки. Головной убор такой вот странный прицепил. И вот то, что мы пролетаем сквозь эти блоки, это особенность, конечно, но и кроется минус в этом, потому что их от этого гораздо сложнее уничтожить. Становится. Они уничтожаются, когда на них тяжелые предметы попадают, а птицы на них никак не действуют. Так, а тут уже висят какие-то. Кстати, на каком уровне золотое яйцо находится? Ну-ка. 1.9, а это у нас какой? 1.6.
Так, что тут? Здесь попроще, я смотрю, как-то, наверное. И выиграли. Маска не очень удобная, конечно, но, тем не менее, практичная. Ну, а тут уже прям свиньи в этих блоках. Вот уже... Опа! Первую уничтожили конструкцию очень быстро. Бомбануть бы динамит, и был бы кайф. Лоб не почесать. Нос не почесать, если происходит такое. Секунду, это 1.9. Ну-ка, что там надо сделать? Сначала запустите красную птицу вниз конструкции, чтобы она пролетела сквозь призрачные блоки и взорвала динамит. Следите за пончиком сверху справа, он должен упасть. Рядом с местом, где был взорванный динамит, появится еще один пончик. Уничтожьте его оранжевой птицей. Уменьшите изображение в правом верхнем углу, сдвинется блок и появится доступ к еще одному пончику. Достаньте его желтой птицей, и появится золотое яйцо. Его можно достать, если красная птица отскочит от конструкции напротив. Как все сложно, а? Сквозь призрачные блоки и взорвать динамит. А тут пончик, кстати, же был. Я что-то не обратил на него внимания. Блин, туда... Блин, слушайте, мне прицел нужен. Дайте мне прицел. Вот он появился. Следите за пончиком сверху справа, он должен упасть рядом с местом, где был взорванный динамит, появится еще один пончик. Уничтожьте его оранжевой птицей. Так, открылся этот пончик. Пролетел. Ладно, я вот так сделаю. А вот и яйцо. А, подождите, отскочить же. Вот так вот оно берется. Давайте заново. Хорошо. Так, а вот и черные тыквы присутствуют из-за второго хэллоуинского эпизода, который взрывной эффект дают нам. Давай, 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 давай. Отлично.
батуты или отскакные блоки, не знаю как правильно. Больше тут назвать. Да, лучше забросить. Эх, остался все-таки. А, подождите. Отлично. Замечательно, пока и дело у нас идет. О, люстры со свечами, ничего себе, ну-ка. Подобьем. Так, повесился свин один у нас. Сейчас. Да блин. Так, нет, так не получается у нас. Как он держится на уголке-то так? А? Да блин. Что, серьезно? У меня двоюродный брат, которому 6 лет сейчас. Вот он иногда, когда видит, что я играю в Angry Birds, он иногда задается вопросом, почему я начинаю уровень заново, если у меня еще птицы остаются? Ну, ответ прост. Потому что уже видно, что мне этих птиц не хватит, чтобы пройти уровень. Шансов с этими птицами у меня не будет уже. Вот и ответ. Вот и тут одна птица остается, я не смогу сразу двоих этой птицы убить. Ах, извините. О, хорошо пошло дело вроде. О, отлично. Клубничка. Хранится у них тут. Пластиковая, блин. Так,
Какой уровень, кстати, уже 14-й. Первую часть почти прошли уже. Блин. Прозрачные блоки призрачные, блин. Да что ж ты будешь делать, а? Может эти? Вверх закинуть. Хорошо. Уровень прошли. Так, еще тыквы и куча динамита. Зачем? Которые направлены камнями в эти тыквы. Непонятно зачем. Нам надо свиней уничтожать, а не тыквы. Чуть-чуть не хватило. О, хороший результат. Упадет? Нет. Он вроде катится, упадет сейчас, наверное. Или нет, не катится. Блин, иди ты нафиг, а. Заодно, кстати, проверим, уничтожает ли электричество эти блоки или нет. Уничтожает, но не так мощно, как я думал. О, открыт первый уровень. Бонусный. Замуровался. Ну ладно.
Вот это толчок, блин. Куски тык валяются в начале. Да, давай, давай, взрывайся, взрывайся. О. Блин, а? Не долетел. Это теперь машет крыльями. Ничего себе, машет даже. Так, динамит. Я до него не долетел, так что давайте еще раз. Так. Не туда, куда надо. Полетело. Полетели камни. И... не очень получилось. Вот и призрачные блоки тоже не дали подохнуть свинью. Призрачные блоки больше им пользу приносят, чем мне. Ай, сложно что-то с теми свиньями дальними. Ох, понастроили. Каменных тут... нет, не так надо было.
2-8. Осталось, ну, не так много уже. Может, так надо было с самого начала делать? Динамит. Камни опять улетели ни хрен знает куда. Не туда, куда надо совершенно. Хотя, может быть, они еще могут зависеть от того, какой именно динамит первый взорвется. Нет, а хотя нет, не так сильно зависит. Что-то все мимо да мимо. Можно было не запускать последнюю птицу. Прошли уже. Так. О, сколько с тыквами. Ого, сколько тыкв, блин. А что с этими делать. Может, так реально надо было сделать. О! Взрыв надо было там сделать. А, блин, яйцо не проходит сквозь эти блоки, что ли? Сложно. Но второй бонусный уровень открыт. Ну,
Распадаются призрачные блоки. Сколько блоков призрачных появилось из-за одних небольших нескольких. Что это за маска такая? Ну, осталось совсем немного уже. Ну, бонусные уровни тоже надо пройти, конечно. Последний уровень, основной. И король свиней в маске тоже такой. Врезаться в люстру нельзя было. Да что ж такое, а? Отлично. Вот такое вот дело мы получали на главный экран. А теперь бонусные уровни. Первый. Ну, это как типичные, обычные уровни, просто дополнительные. Так, тут каких-то прикольных моментов особо я не наблюдаю. А, это глаз, все-таки это глаз. Это не губы, это глаз. Губы. Не понял. А, ну понятно, это... Это у меня и в предыдущих эпизодах такое было, что игра вылетала после прохождения этих уровней.
Ну ладно. Будут вылетать, так будут вылетать. Дура, не надо все равно посмотреть. Но это не дело, конечно, что они так вылетают. Но прогресс все равно сохраняется. Так, ну типа прошли, давайте переключимся на третий. Я не буду снова перезаходить. Надо в динамит как-то попасть, чтобы камушек отлетел, и эта фигня рухнула на них. О, вот так. А, я уже забыл опять. Что она вылетает. Ну ладно. Еще один бонусный уровень, он связан с этим. Появляется, когда мы перья собираем. От могучего орла. Куча черепов здесь. Выходим из уровня и переходим в золотое яйцо. Что у нас тут? Что надо сделать? Тыквы опустить. Вот так вот. Выстрелили механизмы, колеса покрутились по какой-то такой реакции цепной стороны. Это что еще за свин такой бородатый с бакенбардами такими? Ну что ж, на сегодня закончим с этим эпизодом. А вечером ожидайте прохождения еще одного хэллоуинского эпизода Invention of Eggshunt. Так что, пока все, с вас Экус Фатисос, с меня эпичный видос, подписывайтесь на мой влоговый канал, с вами в ВКонтакте, на Дзен, на всякий случай, подписывайтесь, и всем пока.